Привет, друзья! И вновь с вами Дмитрий. И у вас Патриот 2019 модельного года. Значит, сегодня я вам хочу показать, как работают электронные помощники вот на такой обледенелой дороге. На улице температура где-то минус 5 градусов. Обещает оттепель. Я думаю, как раз нормально, чтобы все вам показать. Резина, я напоминаю, всесезонка Continental. Так, вот смотрите, первый поворот. Смотрим на приборку. Так, видели? Так, сейчас еще будут повороты. Кстати говоря, ну-ка давайте попробуем газ в пол. А газ в пол не реагирует. Видимо, липнет хорошо резина. Машина ускоряется, но без букса. Так, сейчас горушка будет, а там впереди будет еще один поворот. И мы попробуем в него войти где-то километров 70 в час скорость, наверное, будет. Так, проверим АБС-ку. Вот видите, АБС работает. Так, ESP проверим опять. Вот, смотрите, вот она работает, но машина траекторию не теряет, не гуляет по дороге. Так, трактор у нас едет, обгоним трактор. Так. Кто-то, кстати, в комментариях сегодня написал про патриотизм. Значит, если ты патриот своей страны, то ты больной на голову. Так вот, дорогой друг, больной тот, кто гадит в своей стране, фактически в своем доме, и гадит на все, что здесь производится, гадит на людей, на своих, получается, что. Так вот, поэтому больной-то как раз ты, дорогой друг. Вот, подумай над этим. А я свое мнение тебе сказал. И оно объективное. Если мы не будем любить ту страну, в которой мы живем, то спрашивается вообще, кто мы такие и зачем мы здесь. Вот еще один поворот. Вот смотрите. Скорость, правда, 50 была. Что я заговорился и забыл. Так, давайте, вот сейчас 70. Сейчас еще один поворотик будет. Я туда попытаюсь зайти на скорости 90, уже практически 85. Так, ну давайте как типа лосиного теста, что ли, устроим. О, видали? Вот. То есть, в принципе, электроника отрабатывает отлично. Вот еще могу показать вам. О, видели? Видели? Вот сейчас еще один поворот будет. Значит, кто-то говорит, ты на окладе. У тебя обзоры положительные. Да, положительные, потому что мне машина нравится. Она мне я писал 17, ну, пробег 16 644 сейчас. Вот. Но она пока проблем вообще никаких не принесла. То есть мне пока вот негатива пока никакого нет. Будет, я вам о нем расскажу. Но пока, к сожалению, вернее, не к сожалению, а к счастью, Все стабильно, все удачно. Да вы сами видите, я каждый день видео снимаю. Вот. Если бы с машиной что-то случалось, понятно бы, что никаких бы
видосов на канале не появлялось. Вот. Вот еще один поворот. Так, 70. Ходим. О, видели? Даже руль не надо, даже ничего подруливать не надо. Она сама стабилизируется, машина. Вот. И выводит нас на нужную траекторию. Электроника отличная, просто отлично настроена. Респект. Респект заводу. Еще сейчас будет один поворот, еще вам покажу. Туда, порезче войду в него. 80 скорость. Смотрите. Вот. О, видали? Сейчас еще попробую. О, видали? Дорога лед. Не подсыпана. Снежком припорошенная. То есть, ну видите сами все, насколько это. Насколько это опасно. А машина реагирует и исправляет ситуацию. Так, ну вот здесь я буду разворачиваться. Да, еще ответ на вопрос. Уже вы не один раз мне говорите, смени масло в мостах, смени масло, ну, в двигателе уже масло поменено на 15 тысячах на ТО-1. Вот. Ребят, еще раз говорю, я буду обслуживать машину строго по регламенту. Вот. Значит, машина моя, я за нее свои деньги заплатил, поэтому эксплуатировать я ее буду так, как хочу. А мне, у меня нет времени просто на это рукоблудие, значит, на новой машине лезть туда, что-то там менять. Я доверяю производителю. Вот, значит, качество автомобиля реально улучшилось. Поэтому я посмотрю, как он будет вот, при регламентном обслуживании, значит, как он будет в эксплуатации. Будут какие-то проблемы, но гарантия есть. По гарантии все будут исправлять. Я тоже все вам покажу, если что-то будет. Вот, скрывать я ничего не хочу. Сейчас машина нравится, значит, я вам говорю, что она нравится. Не будет нравиться, буду уже смотреть. Если терпимо, косяки какие-то такие несущественные, да, как бы мое мнение сильно не поменяется. Значит, если будет что-то серьезное, я ее просто сразу же сдам в трейд-ин и париться не буду, и возьму что-то другое. Вот и все. Вот как-то так. Еще раз говорю, до 200 тысяч я планирую эту машину катать. Как это получится, вы все увидите на канале. Примерно года 3, наверное, на это уйдет. Может, 2. Пробеги большие у меня. Каждый день за рулем. Так что так. Всем спасибо, всем пока. Вот сегодня я вам немножечко электронику потестировал. Вот, дальше еще что-нибудь придумаю. Да, вы просили про сиденья видео снять, значит, измерить, разложить их. Это я все покажу. Погоду жду получше. Сейчас снежная, то снег идет, то солнышко проглядывает. Вот сейчас пасмурно, поэтому погода немножечко установится, более-менее нормально, и я сниму этот обзор, все вам покажу. Всем пока, удачи!